Здравствуйте! В эфире информационный выпуск канала РТВС, в студии Ирина Шахова. Сегодня после ожесточенных столкновений между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака в Каире армейским подразделениям удалось развести противоборствующие стороны. Солдаты разобрали баррикады, из-за которых оппоненты забрасывали друг друга камнями и бутылками с зажигательной смесью, и создали некую буферную зону. Усилено военное присутствие близ здания Египетского национального музея. Все же, по словам очевидцев, и после вмешательства армии, потасовки на улицах и в переулках, прилегающих к площадям в центре столицы, продолжаются. Полицейские в штатском на подходах к площади Тахрир проверяют документы у иностранцев и не допускают их в зоны, где происходят столкновения. Любой иностранный журналист, появившийся на площади Тахрир или у ее подступов, рискует попасть под руку возбужденным до предела демонстрантам, прежде всего тем, которые выдают себя за сторонников режима, передает РИА Новости. Среди толпы демонстрантов ходят люди, выискивая тех, кто снимает на камеру фотоаппарат или даже мобильный телефон. Британский журналист сообщил, что многие иностранные СМИ снимают таблички со своих офисов, чтобы избежать нападения погромщиков. Примечательно, что все это происходит в стране, которая еще 2 недели назад считалась на Ближнем Востоке самой спокойной и открытой для СМИ. Теперь же власти запрещают возить камеры, изымая их на таможенном контроле. Приостановлена аккредитация журналистов, которые вынуждены въезжать по туристической визе и нарушают таким образом местный закон. Ранее власти Египта закрыли арабский спутниковый телеканал «Аль-Джазира», который считается популярнейшим в арабском мире. Тем временем один из лидеров египетской оппозиции Мохаммед Аль-Барадей отклонил предложение правительства в Каире провести переговоры без предварительных условий. Он вновь подтвердил требования оппозиции, состоящие в том, что сначала Мубарак должен уйти в отставку с поста президента. Напомним, массовые манифестации в столице Египта, Каире и других городах начались 25 января. Участники массовых демонстраций требовали либерализации политической системы, улучшения экономической ситуации и отставки 82-летнего президента Хосни Мубарака. Жертвами беспорядков уже стали более 150 человек. Более 4000 получили ранения различной степени тяжести. Президент России Дмитрий Медведев публично отчитал руководителей силовых ведомств, доложивших ему о раскрытии теракта в московском аэропорту Домодедово, в результате которого 36 человек погибли и более 130 были ранены. Накануне премьер-министр России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами Первого канала заявил, что дело в целом раскрыто. «Считаю абсолютно недопустимым, когда еще до проведения всех следственных процедур, подготовки обвинительного заключения, отправки его в суд, вынесения приговора и до вступления его в силу, кто-либо объявляет о раскрытии преступления, тем более такого тяжкого», заявил Медведев сегодня на встрече с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и руководителем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. Бортников доложил Медведеву, что ФСБ установила личность смертника, совершившего взрыв в Домодедово. Ему было 20 лет, это был выходец Северного Кавказа. В конце лета 2010 года ушел из дома и на связь с родными не выходил. Канадские рабочие протестуют против US Steel и Стивена Харпера. Как сообщает Гамильтон Спектатор, тысячи рабочих заполнили улицы перед зданием муниципалитета Гамильтона для демонстрации поддержки 900 местных сталелитейщиков, которые остались без работы в течение почти 12 недель. Последние не работают с 7 ноября 2010 года, после отказа согласиться на главные уступки по пенсиям. В дополнение к осуждению локаута протестующие выступали против федерального правительства Канады из-за того, что последнее позволило US Steel купить компанию, известную как Stelco, в 2007 году. Одна из организаций под названием «Федерация труда провинции Онтарио» назвала протесты антихарперовскими. Как известно, в 2010 году правительство Канады подало в суд на американскую компанию US Steel за то, что она не выполнила свои обещания иностранного инвестора. Однако до сих пор судебного решения так и нет. Мощная снежная буря, сопровождаемая ветром и сильной гололедицей, парализовала жизнь в половине из 50 американских штатов. Отменены 11 тысяч рейсов самолетов. От непогоды пострадал весь восток США, от штата Техас на юге до штата Мэн на северо-востоке. Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Иллинойс, Индиана, Миссури и Оклахоме. Власти призывают людей оставаться дома.
Национальная метеослужба предупредила, что буря сменится арктическим ветром со стороны Канады, в результате чего температура упадет до 35 градусов, а в некоторых районах до 45 градусов ниже нуля. Прежде всего, речь идет о горных и северных штатах Колорадо, Вайоминг, Северная и Южная Дакота. Это не первая снежная буря, прервавшая авиасообщение в США этой зимой. В первой половине января 2011 года сильные снегопады и ледяной дождь привели к отмене сотен авиарейсов на юге США. А в конце декабря 2010 года в результате мощного бурана были отменены около 10 тысяч авиарейсов на северо-востоке США. Великобритания и Канада ведут интенсивные переговоры о возможности создания совместными усилиями новых фрегатов для своих военно-морских сил. Свой интерес к проекту проявили также Австралия, Малайзия, Новая Зеландия и Турция. Новый боевой корабль, этой модели в Британии дано условное название «Тип-26», должен заменить устаревшую модель класса «Тип-23». Смена вооружения должна произойти в начале 20-х годов. Обозначены две основные боевые задачи новых фрегатов. Это поддержка операций по высадке десанта и борьба с подводными лодками. Компания Bae Systems, разрабатывающая концепцию нового судна, обратилась к бразильским властям с предложением о создании другого корабля. К бразильской программе готовы присоединиться также Италия и Франция. Человек в движении, знаменитый Рик Хансен, совершивший 25 лет назад кругосветное путешествие в своей инвалидной коляске, собирается отметить юбилей этого события новым пробегом. 24 августа в городке Кейп-Спир на Ньюфаундленде будет дан старт эстафете, в которой, как ожидается, примут участие 7 тысяч человек. Большинство из них будут отобраны на интернет-конкурсе. Участниками станут те, кто своими средствами или усилиями активно помогает развитию общества на любом районном, городском, провинциальном или федеральном уровне. Маршрут эстафеты протянется на 12 тысяч километров, продлится 9 месяцев и пройдет через 600 поселков и городов во всех канадских провинциях и территориях. Финиш, как и 25 лет назад, состоится в Ванкувере. Пробег окончился, а процесс лечения и пропаганды здорового образа жизни, как и изменения в отношении инвалидов, лишь начались, вспоминает Рик Хансен. Тогда на стадионе BC Place меня встретили 50 тысяч человек. И я сказал им: я начал это движение, теперь ваша очередь. Каждый из участников пройдет примерно 250 метров пути. Эстафетной палочкой будет медаль, специально отпечатанная в Королевском казначействе Канады. Цель новой компании Рика Хансена – собрать 250 миллионов долларов, которые он собирается передать на исследования и лечение людей, страдающих спинальными заболеваниями. Основная часть средств поступит на счет медицинского факультета в Университете Британской Колумбии. В Канаде на сегодня насчитывается порядка 86 тысяч человек, получивших травмы, приковавшие их к инвалидному креслу. Бывший генерал-губернатор Канады Микаэль Жан вновь ела сырое мясо тюленя. На специальной церемонии в Оттаве, где на празднике «Вкус Арктики» канадские инуиты представляли свою культуру и в том числе блюда национальной кухни, Жан, которая ныне выполняет функции специального посланника ООН на Гаити, вновь отведала тюленятины, впервые после мая позапрошлого года. Тогда она продемонстрировала всему миру свою решимость защищать традиционные промыслы Канады. Именно в этот момент в Европе готовились к бойкоту товаров, связанных с тюленей и охотой. Праздник «Вкус Арктики» прошел в Большом зале Национальной галереи в Оттаве. На нем присутствовали не менее 300 знаменитых гостей со всех уголков страны. И среди них супруга премьер-министра Канады Лорин Харпер и министра здравоохранения Леона Аглукак. Так называемая обратная служба 911 начинает свою работу в Монреале. В ее задачу будет входить оповещение граждан о возникающих опасных ситуациях. По словам координатора отдела чрезвычайных ситуаций мэрии Монреаля Сержа Трамбле, записанные послания могут рассылаться по 300 телефонным линиям в минуту. Подобная система уже задействована в Соединенных Штатах Америки. В Бостоне здоровье многих людей было спасено, когда людям сообщили о том, что они должны кипятить воду из-под крана. В Калифорнии эта служба помогла ускорить эвакуацию в районах распространения лесных пожаров. Услуги бесплатны для горожан, а муниципалитету обходятся в небольшую сумму – в 2000 долларов в месяц. Несмотря на тяжелые времена для экономики Канады, ее жители вполне удовлетворены своей трудовой деятельностью и коллегами по работе. Согласно данным нового онлайн-исследования, проведенного среди 1200 канадцев, уровень удовлетворенности трудом среди работающего населения страны высок –
Однако более половины работающих канадцев считают недостаточным степень поощрения своего вклада в успехи компании. Исследователи отмечают, что для канадских работников важны не только зарплаты, но и удовлетворенность тем, что они делают, и атмосфера в трудовом коллективе. Канадская туристка проведет по меньшей мере неделю в частном госпитале после того, как попала в зубы акулы. 38-летняя Николь Росс, жительница Оранжевилля в Онтарио, отдыхала на мексиканском курорте Кариб Парк Рояль в Канкуне. В понедельник во время купания на нее напала акула. Женщина получила множественные укусы левой ноги и руки. По оценкам врачей, после того, как во вторник ей было сделано переливание крови, ее состояние стабилизировалось. Пострадавший находится в сознании и дышит самостоятельно. Вот только врачи не могут дать гарантии, что нога будет функционировать, поскольку акула откусила большую часть мышц. Акула у побережья этого мексиканского курорта – явление чрезвычайно редкое. Сегодня официально начался Новый год по китайскому, корейскому и тайваньскому календарям. В связи с этим биржи в этих странах, Китая, Корея и на Тайване, закрыты. Год белого кролика должен принести, по преданию, мир. Дипломатия и ненасильственное разрешение проблем, присущие Канаде, должны превалировать над войной и конфликтами. Предыдущие годы кролика ознаменовались завершением Вьетнамской войны и началом гласности последнего советского лидера Михаила Сергеевича Горбачева. В год кролика также была совершена первая операция по пересадке почек. Знаменитые кролики человечества – Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль и Папа Римский Бенедикт XVI. В заключение выпуска краткий обзор вчерашних матчей НХЛ. На домашней арене Центр Белл Монреаль вчера обыграл Флориду. В первом периоде счет вели Пантеры, но в начале второго периода Канадиенс начали свою атаку. В результате Джефф Халперн забил гол во втором периоде, и Брайан Джонта и Томас Пликанек по одному голу, соответственно, в третьем. Матч закончился со счетом 3-2 в пользу Канадиенс, а звездами матча были названы Томас Пликанек, Пи-Кей Субан и голкипер Алекс Олд. Питтсбург вчера разгромил Нью-Йорк Айлендерс со счетом 3-0, а Ванкувер одержал верх над Фениксом с разгромным счетом 6-0. Детройт вчера выбил победу у Оттавы, счет матча 7-5. Лос-Анджелес обыграл Эдмонтон 3-1, и Акулы из Сан-Хосе съели уток из Анахайм. Матч завершился со счетом 4-3. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Ирина Шахова. Всего вам доброго.